Виктор Семенович придумал такой для себя, как бы, ну, жанр, что ли. Что вот он работает в этом жанре. Жанр сочинения песен для совместного пения. Так он это определял. Потом, поэтому часто его песни исполняли разные ансамбли, как-то все вместе. За столом хорошо поется, кстати. А я уже потом это прорвалось, когда появился проект «Песни нашего века», появился хор бардов. Ну вот из самых таких первых песен для совместного пения, это был цикл на стихи Дмитрия Сухарева. Мы продолжаем поздравлять нашего великого поэта с юбилеем. Начали мы это здесь 1 ноября, ровно в его день 80-летия, и будем продолжать поздравлять не меньше года, потому что, например, Городницкий свое 70-летие отмечал 2 года. Может, гитарку мы не только больше. Выберу самое синее море, первый прилевый возьму. Пароход сяду, поеду дорогой прямою. Все на восход, на восход, на восход. Часть в порядке держит, и в домино стучат синие.